Веселая музыка выманила из домов юных и взрослых жителей калифорнийского города Солана-Бич. По тихим улочкам проехался украшенный автомобиль с пасхальным зайцем на сиденье. В этот костюм переоделся муж местного адвоката Джессики Прайд. Женщина решила, что Пасха должна быть для всех праздником, даже во время карантина. Реакция людей удивительная. Мы изумились, увидев, сколько детей и родителей выходят на тротуары, во дворы или машут нам из окон и улыбаются. Именно этого мы и хотели – поднять пасхальное настроение в эти печальные времена и напомнить людям, что мы вместе и по-прежнему можем устраивать праздники и быть счастливыми. Вместе с Джессикой в праздничный вояж по городу отправились ее дети, а также их бабушка. При этом веселое семейство соблюдало положенную социальную дистанцию и никому не приближалось.